Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередная битва гильдий на английском сервере, как обычно. Полная жопа, пока не вкачаны 12-е скиллы. Такой вот у нас составчик. Сейчас немножко я поменяю героев. Так, дерево оставим. Ворожая, в принципе, мы уберем. Поставим сюда недавно прокачанного Ника. Так, Анубис. Анубису поставим. Цепа. Так, вместо Фреи ставим Дрейка. Вот такая вот у нас будет сборочка. На Дрейка, в принципе, можно оживу поставить. У него урона и так будет хватать. Поехали. Так, ну что, запускаем Ронина. Самое главное, чтобы у нас сейчас подбежали поближе вертолетики. И уже дальше начнется полный трэш. Так, блин, огник достает. Ладно, перезайду. Попробую немножко по-другому. Блин, на Фрею наложили молчание, но самое главное, вот, отлично. Чтобы от Фреи... 26 слили. Голуби прилетели чем подальше от огнекрыла. Чтобы мы его не заряжали особо. Ничего себе, сразу слили. Жестко. Да, неплохо попадают. Хорошо, если мы попробуем через Анубиса забежать. В принципе, там тоже достаем. Хотя, с другой стороны, Анубис нам... Да, проседает жестко. Так, тотем повелителя бури, отлично. Ну, как по мне, самый лучший вариант это забегать. Именно с этой стороны. Так, смотрим. Блин, да чё ж вы его так сливаете? Посмотрите, сливается вообще жестко. Жесть какая-то. Да, опасно, опасно. Побежал в самый центр. Ну ладно. Пробуем. Попытка, не пытка. Сейчас его по-любому сольют. 42%. Но 42% маловато. Надо им хотя бы за 50 зайти.
потому что другими дальниками вообще не вариант. Возможно, Родину качнем 12-й скоро, вот, вот так вот самый огонь. Попробуем его подальше отвлекать от них. процентов. Да ну нафиг. Все-таки придется спамить юнитами. Просто жесть. Тупо ожог не срабатывает. процент. Можно, кстати, веселую вещь придумать. Главное, чтобы Ронин не сливался. Будем вот так вот бегать им по всей карте сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это будет трешечок. Так, окей. Сейчас будем бегать по кругу. Самое главное, конечно, чтобы он выживал. Нифига вообще. Такое ощущение, что у него даже нету уклонения. Давай, иди сюда за ними. Так, не знаю, на кого там уже заагрился. 49%. Ладно, будем дальше воевать. Так. Кстати, вот Фрейя мне нравится против Ронина. Да, он побежал. Ладно, попробуем пока другого. И то это жесть какая-то. Такое ощущение, что у них все герои тупо стоят на точность. Ну-ка,
попробуем отсюда забежать. Вообще нифига. Такое ощущение, что ему это утекание вообще не надо. Проще поставить священный огонь. Просто жесть. Куда-то побежал. Жесть, короче. Вот это БХ мне нравится. Сейчас только хлоп. И героя нет. Блин, жалко Фрая, у него не с воодушевлением. Было бы весело. Так. Вообще не вариант. Утекания толку никакого. Просто Фрей его шатает за счет смотрителя. Все время активируется. Вообще жесть. Хоть психощит ему вешай. Проще, наверное, просто через огнекрыло бежать. Давай, иди, иди, иди сюда. Нормальная тактика, я вам скажу, ребят. Тактика вообще огонь. Мне понравилось, не знаю, как вам. Ну, это было весело. Так, первый готов.
Так, ну тут тоже надо попробовать точно так же, но тут, блин, больше попадают они. Ладно, будем пробовать. И сюда подальше от греха. Ну тут все уже. Тут только вариант вот так вот. Стараться побольше спамить. Тут даже, наверное, лучше сейчас не трогать. Так, 51%. Блин, опасно, конечно. Ну ладно. Самое главное не попасть под хранителя. Так, окей, отлично. Так, ну тут, я думаю, будет попроще уже все. Сейчас запустим. Тут фраи нету. Они есть. Может, фраи получится у нас зарядить. Также потрешуем. В общем, новая тактика. Прохождение битвы гильдии Фрея. Фрея в помощь называется. Да, нужно, конечно, мне цепелина немножко подкачать. Ой, тут что-то я намудрил. Явно намудрил. Блин. Да, если сейчас Ронина у нас ушатают, жалко будет. Поспешил. Ну, то такое. Блин. Хотя, в принципе, там выражение должен. Самое главное, чтобы сейчас он ударил туда, куда надо. Так, ну ты идешь сюда или на ком ты там загрелся? А, блин, он на стрелке загренный. Жалко.
Ну, видите, к сожалению, ничего я тут не смогу сделать никак. Ладно. Обидно. Конечно, обидно. Но тактика офигенная просто. Так, поехали дальше. Надо будет попробовать все-таки... Ну, тут немножко не Тараста, но... Надо будет попробовать еще его поводить. Так, что у нас осталось? 225, 350. Так, что тут у нас? Тут для Минотавра, конечно, супер. Видите, здесь меньше точности, и мне попроще. Ну и плюс здания не прокачанные. Надо, конечно, Феникса докачать. Надеюсь, скоро его будут продавать. Так, ну что у нас последний? 346. Так. А что у него там стоит? Ну окей, поехали. Как видите, Феникс не добивает до конца. Чуть-чуть не хватает. Хотя бы один... Плюс один ему скилл. Было бы неплохо. Так, ну что, окей. Пробуем. Давай, давай, давай. Беги, 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 беги. Фрей активировалась или нет? Нет, что-то фрей мы не задеваем. Вот так вот, ребят. Называется, вводим по кругу. Тут, конечно, уже. Короче, вот такая вот битва гильдий. Тактика, конечно, офигенная. Надо просто, единственное, будет еще, наверное, попробовать семерку достать тут. Выживание. Ну, в принципе, докачать доспех. И снарягу переделать немножко. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.